В Орске с 29 мая с 8 утра до 2 июня с 17.00, а также с 5 июня с 8 утра по 9 июня до 5 часов вечера в связи с ремонтом тепловых сетей, а также гидравлических испытаний не будет горячей воды по следующим адресам. Улица Московская, улица Горького, Суворова, Новосибирская, Кутузова, проспект Ленина, улица Нефтяников, Котовского, Чернышова и улица Ленина, а также переулок Хрустальный. Номера домов, попадающих под отключение, вы видите на своих экранах. Все работы в период испытаний на тепловых сетях в указанное время запрещаются. Потребители энергии должны быть отключены путем закрытия запорной арматуры. Просим жителей данных адресов быть предельно внимательными и осторожными. При обнаружении утечек теплоносителя сообщать в обслуживающей организации города или непосредственно в МУП ПТС в аварийно-диспетчерскую службу по номерам телефонов в Орске 8 35 37 21 30 46 или 21 26 50 51.